Всем привет, друзья, с вами Ярослав Гончаров. Мы сегодня посетили ВК-фест 2022, который состоялся в Москве. Сейчас обсуждается создание аналог Евровидения, как бы, с дружественными нами странами. Я думаю, что и платформа интернет очень популярна сейчас для продвижения молодежи. Но я считаю, что вот наша ассоциация, которую мы создали, она хочет иметь контакты и с интернет-ресурсами, и с телевизионными ресурсами, и с радио-медиа-ресурсами. Один вопрос, можно, пожалуйста. Только что Тимати нашел себе официантку в кофейне. Слушай, официантки знаешь, какие девчонки? Если парни там не женаты, а вот Тарас вроде бы женатый. Что мне сделать, чтобы получить айфон, скажи четко? Когда это будет полицейский из ВК? Ну не знаю, может в скором будущем он будет только и из ВК, да. Погода, как всегда, шепчет. Шепчет, что мурашки побегут по всем пикантным местам. Ну что ж, все равно все здесь будут стоять и слушать невероятных артистов, которые выступают.